4 голоса против Ольги. 12 против Константина. 19 против Максима. И 24 против Снежаны. Почему? А это означает, что с нами остается Константин. Так решил остров большинством голосов. И Ольга. Вот честно скажу, ребят, вопрос к островам. Да, я тоже могу и пошутить, и посмеяться, и люблю это делать, вы прекрасно знаете. И ваш выбор, конечно же, это ваш выбор, безусловно. Но вам не кажется, что это глумеж? Но вот даже тот, тот же самый Ебаров, который больше всех сейчас радовался и кричал под звуки поцелуя, он так голосовал против Константина, понимая, что у Максима есть шанс построить отношения либо с Миленой, либо с какой-нибудь другой красивой молодой девушкой. А Ряска, ну, ребят, ну, она не будет строить отношения с Костей. И мне, и вообще, наверное, я Оксане, если честно, уже давно сказала это на ушко, что, ну, мне кажется, при всем моем хорошем к ней отношении, что мужчину она встретит достойного, скорее всего, быстрее, за периметром. Смотрите, по поводу девочки, которая пришла к Никите, Ольга, видно, что Никите она понравилась, поэтому мы ее единогласно оставили. По поводу Ряски и ее парня. Так как это ее последний шанс, вы сами, ведущие, это говорили, мы решили дать ей такую возможность все-таки построить отношения. Но если вы с нами не согласны, давайте рокировку. Ряску отправим за ворота, а Максима, в принципе, достойного парня, можем оставить здесь. Такое предложение. А почему вы так жестоки, как Саня? Скажите мне, пожалуйста. Я понимаю, что она не со всеми нашла общий язык, но не слишком ли вы суровы? Ты Купинто жопу мне облизывал, понимаешь? На островах! Ряска-ряска! Кто ты еще у нас такой? Я тебе реально по лицу дам, когда я тебя увижу. Понял меня? Купин, твоя Донцова такая же, два лицемера злых, завистливых. Понятно? Я по лицу тебе надаю, когда тебя увижу. Понял меня? Ты глумишься, сука, сукин такой сын надо мной, да? Вместе со своей бабой. Сука. Просто, сука, закрыла ты. Закрыла ты. Бабка старая. Ты что же сказал, что Я тебя оскорбил. Я тебя хоть за все время оскорбил. Надо мной. Сиди, старуха, рот свой закрой. Специально на островах. Я знаю прекрасно, что вы так это сделали. Специально против меня. Сволочи, да, вы, понятно, дай скажу, можно, пожалуйста, спокойно, я скажу. Оля Бузова, я отвечу на твой вопрос, почему вы так сделали. Ты сама сейчас сказала, что Ряска, она не построит здесь отношения. Она постоянно устраивает цирк. Хочет цирк, на тебя цирк, получай, дура, блин. Ну это позиция островов, Оксан. И то, что, у ребят такое отношение к тебе, я, Леш, конечно же, глумешь именно, не поддерживаю и цирк не поддерживаю. Но, наверное, Оксан, если такое отношение, ну, значит, ты дала повод. Сама заслужила. Так к тебе относиться. Вот вдумайся, 17 голосов прилетело, ну, по сути, против тебя. На самом деле, давайте будем честными, ребят. Вот по-честному, я думаю, что вы со мной согласитесь, должны были остаться сегодня Оля, потому что она добилась своего, вы все видите. И Максим.